что, что Ремнант молчит? Я не знаю, я не пишу ему. Ты ж вроде ему пишешь. А приглас не кидал? Ну да, кидал. Этот Ремнант не кидал? А Ремнант? А, нет. Ничего не кидал, да? Ты тоже не заходишь, кстати. Да, я вроде с вами. Нет, тебя не видно. Да? Ну-ка, дай-ка я выйду еще. Сейчас к вам попробую. Попробуй сама подключиться к нам. Ремнан в игре вроде. Попробуй сама подключиться, слышь? Угу, я пробовал. Потому что что-то у меня не кидается к тебе. Мне тоже что-то никак. Что за? Ну Синя же как-то зашел. А у меня подключение и что-то это. Понятно. Ну да. Что-то это хорошо, может. Я пересоздам, наверное. У меня, наверное, подтупливает, может быть. Да может у меня подтупливает. А хз. Я сейчас пересоздам тогда. Во, пошла. Принять. А Ремнант вроде ничего не пишет, молчит и мне не пишет. Так, кто-то что-то где-то как-то написал, что ли? Так. Так что ты Ремнанту писала, когда давно? Ну вот, когда вы там пошли-то чай-то пить. Так это было давно, еще раз. Он сейчас в игре ничего-то не молчит пока, молчит. А, он отошел наверх. Он в игре сейчас, по сути дела. Я вижу, что в игре. Пока молчит, сейчас напишет, может, что. Хей. Так, ну все, пошло вроде. Чатик, как связь, как слышно? Надо сейчас зайти посмотреть, что творится. Что там со звуком? Так. О, Ремнант что-то пишет. Го говорит. А, все. Кинула приглас. Все, не заходит тогда? О. Музыка, да, сильно долбит? Какая музыка? Да, а может меня... не надо музыку, слышишь, Аня? Музыка это лишняя в этой игре, мне кажется. Ну да, я для себя маленько. Так ты смотри, ты даже для себя ты не будешь. Да не, я отключила. Я говорю, у меня для себя рубила. О, какой-то новый чувак у Ремнанта, бля. Так, слушай, у меня стрим лагает. Да? Ну это посмотри, у тебя потери кадров нету. Да я вроде с телефона смотрю, вроде нормально. Нет, не с телефона, в программе записи твоей. А в ОБС посмотри, потери кадров есть или нет. Да хожу, ничего не вижу вроде. Что там, что-то хреново прям что выглядит? Я ничего не замечаю. Сейчас все вырублю, плевое. А звук, все дела, все нормально? Все, Леха, чей. О, ку-ку, все нормально, вроде Леха пишет. Супер, привет. Привет. Не лагает, вроде говорит, все нормальненько. Да, вроде не лагает. Ну все, следи за нами. Как мы будем крабить? Нормально и нелегально, да? Все нелегально. Я, короче, тортик сейчас поднесу.
Не, нас четверо, с нами наш подпышек. Фолловер, фолловер. А, Саня все лопает и лопает. Ой, Ля, там чат на стрим сделали. Ну. Ага. Лёха все там стебёт. Та-та-та-та-та-та. Ёпта, моя любимая карта. Детский сад Бетхэма. Дэвид Бетхэм, нихера себе. Какой у тебя стрёмный сад. Блин, у меня все висит. И рвется, и висит, и рвется, и висит. Блять, ёптить мать. Ёшки-матрёшки, это стрёмно, это херня, мы продули, ребят. А кто маньяк? Да это голубая уродина. Какая голубая уродина? Да ломается которая постоянно. А, так и скажи, что... Я так и говорю, голубая уродина, которая ломается. Блин, я села в шкафчик, вроде она, короче, меня не видит. Но я думаю, скоро она меня увидит. Да, ну. Я вылазила. Мне дали смелый. Кому твоя смелость нужна? Хер знает. Ой, иди ко мне, я тут вот недалеко. Ну вы там мочитесь, короче, ладно, хрен с вами. Кто в доме, кто в доме? Я вот тут на улице, беги ко мне, вот я рядом. Блин! Рядом я, блин. И рядом я. Это красная хрень. Так. Кто висит, я не знаю, не доведу, наверное. Не палит? А, хер с ним. Палит, не палит уже. Бежим! Быстрей! В дом беги, синяя. В дом! Не, мне пиздец. Здорово. Беги в дом! Я пополз, короче. Ползи! Ваншотка сейчас. Лечите его быстро, лечите быстро я его. Я в сон, блин. Не рано. Блядь. Блядь, твою мать, как она так лупит-то с человеком на руках? Вот стерва. У него ваншотка сейчас стоит. А где Ремнант, кстати? У меня. А где Ремнант, серьезно? ХЗ, ХЗ. Отползи куда-нибудь подальше. Кайф. Вон за те гаражи или что. Все, остановись. Да я тут вообще в зеленый какой-то куст залезла чем. Она бегает тут, ломается. Блять, нашла! Как так, а? Не, эту крыша крутую бабу никак не выиграет. Ты смотри, что она творит, а? Вообще не ноль шансов. Ага. То, что чел хорошо играет, и это престижный маньяк, то есть у нее там явно. Нет, больше блин, даже шансов вообще не ноль. Я говорю, у маньяка больше 1000 часов на игры, на что ты хочешь.
Блин, а мне еще идти снимать, надо идти сейчас. Быстро. А я не успею снять. Что она сейчас будет кемпить? Да, она кемпит между нами двумя. По-моему, она меня увидела. Хотя... Не-не-не-не, пошла туда к Ремнанту. Херачит там его, что ли? Не, ко мне бежит, ко мне бежит. Без шансов, без вариантов. Всё. За мной не надо бежать. За тобой, я за тобой не бегу. Блять, да как так-то, а? Да как так-то? Как ты находишь-то, а? Чего это смысл этой хери? Типа АДБК ЛМН это делать, КЗ знает. Давай, жми, жми, жми. Ты нажимай, я сейчас полечусь и ты сниму. А кровь была, кстати, я чуть даже не заметила, была ли кровь. Да все, я сейчас все. Прощай, никогда не забывай. Ну и все. Че за бред вообще? Один Сёма, короче, крутышка. Сочка. Я с ума схожу. Блин, кто меня запалил в моё место пребывания? Я тут так хорошо лежала в кустиках. Ах ты... Что, она тебя подняла, а не меня? Да, меня. Так, а мне уже все. Ой, ну хоть быстро. Ну да, нормка. Она же кровавая, смотри. Или нет? А, нет, она не кровавая, подожди, это скин просто. В смысле кровавая? Ну сейчас, короче, я посмотрю, если у него профиль не скрытый, у маньяка, то... Посмотрю, сколько часов на игре. Мне прям интересно. Алекс. Мне с вами играть запрещено, по-хорошему. Ой. Ну все, пока. Пип-пип-пип-пип. Он просто будет кидать на слишком уж имбалансных маньяков. И будем постоянно проигрывать из-за меня. Мы и без себя проигрываем. Как жить нет, вообще? У вас, понимаешь, у вас будут маньяки более-менее нормально. Которые не особо прокачаны. Ну вот, кинула на 11 ранг маньяка. У него все перки. И... Так, сейчас профиль посмотрим. А, ну информация скрыта, как обычно. Они все любят информацию скрывать. И все анонимы. Ой, а мне можно прокачаться. Кровавый янтарь какой-то. Очень редко закачаем сейчас. Все потеряла мне в этом данже. Ой, данже. Все уже, короче. Все, в этом данже уже не выиграть. Не.
Саня кушает. Обзоры кусает. Пожить хочу подольше. Я хоть 5 шагов сделать нормально. Я только резнулся. Хей-хей-хей! Ой, блин, снова с вами. Тихо. Только о, я слушай, на... ну тогда смотри, нас четверо, Ремнант тоже играет. Тогда надо фановые карточки катать. Ну подождите еще, я, может, просто понаблюдаю. Вас это морально поддержу. Я могу за маньяка поиграть. Могу и за это, могу я морально поддержать. А тебе за маньяка понравилось разве? Да, только не за медсестру. Саня ворвался жестко, ну. Нет, за медсестру тоже можно, просто на ней надо научиться. Да, я так и не понял. А у тебя даже не получилось, по-моему, сделать 2 прыжка именно. Она же 2 прыжка умеет делать. Не, у меня было 4 прыжка, и я делал 3, но я попасть не мог. Я не понял, как, допустим, далеко прыгать. Там у меня так, вот эта вот метка чем прыгала. Чем дольше ты задерживаешь кулак, тем дольше ты ТПшнешься. Там надо рассчитывать расстояние. Ну, типа, я когда-то прыгаю прям далеко, а когда-то у меня скачет вот эта херня. Ну-ка, подвинься, комарик. Дай-ка лечь это по вопросам. Ну, если ты, как ты сказал, скачешь, то чуть-чуть ТПшешься, да, ты тенишь? Не-не-не, я когда заряжаю, там показывается место, куда я прыгаю. А, и это у меня ты какое-то далеко, подношение то взял, это не нужно брать, это она только тупит тебя. А не надо это. Так это ты... подношение, такое больше не бери никогда. Понял. А я думаю, в чем проблема? Прыгает, я не могу сосредоточиться. Только задранная, туда-сюда, да? Ну, предупредил это подношение конченое. А я, наверное, просто наклепал и все. О, карта. Так. Ой, блин, это как его? Это случаем не больничка? Нет, это та новая карта, которая. О, моя любимая карта. Ну, нового маньяка добавили. И это. И вот это его карта. Это Демогорган. До сих пор это твоя любимая карта. А, ой, да, это больничка, там где, блин, 2 года. А, ну не больничка, а лаборатория. Это не больничка, это лаборатория. Ты вспомни, я здесь, мы уже здесь второй или третий раз круто играем. Да, только вы тогда играли с этим, как его. Как а, раз... это я с Аней, короче, тут играли, мы тут жестко мансили от колокольчика, Аня. Угу. Блин, не знаю насчет колокольчика, но тут Аня с Чухой играла. Они, блин, бедную. Как о, это... ведьма против нас, ребят. Медсестру тут тогда за. Опять это Тулова за мной бежит, помогите. Да, походу. Против нас ведьма, ребят. Нет, Дима. А, да, ведьма. Ведьма. Да, это ведьма. Ведьма это которая синяя на меня, да, получается? Чуха это синяя. А, это я увидел. А, текай, чувак, текай! Или кто-то за кем-то побежал, а где так пропалило. Я опять туда же прибежал, да ёптель-моптель. Да она за мной бежит. Спаси, сходи. Есть шансы у меня уже? Есть, она что-то медленная какая-то. А что ведьма это делает? Она эти ТП-шки ей надо расставлять. Ой. Ля, челик, пардон. Она ваншотит. Нашего подписчика там убиваешь. А, это у тебя там какая-то хрень, короче. А так она вообще не ваншотит. О, Ремнан, бро, здорово. В общем, привет, привет. Я именно написал. Не, я просто увидел, что он типа играет. Не обратил в начало. В общем, всем еще раз привет. Лешка, привет, он мне писал, блин, и я что-то провтыкал. И в общем, всем еще раз привет. Я здорово! Привет, Саня, привет! Застали, а то я мне отбой нам дала. По 2 ползущих, одного уже. Муха. О, она поставила метку на мне, это дебильный какой-то. О, еще и она с этими на гелике херню кинула, чтобы работали. В общем, банка. Я, короче, пытался ей посветить, а что-то не помогло мне. Не помогло. А вот это что за буквы внизу на А? Это она ставит?
Наверное, метка, типа. Да, скорее всего. А подойди, можно, можно как-то на нее нажать, типа стереть. Плюнь на нее. Верни метку. Беги, хлопец. А, все. А, сняли, да, товарищи? Ты открыл стрим, как будто тих, что-то. Я вообще о нём, ну, Дискорд слышу, слышу, это вообще нормально, когда игру ее не слышно? Игру не слышно? А, не, подожди, подожди, я просто звук не подбил, чтобы это эхо не было. Сорян, сорян. Это я просто сейчас смотрю ваш стрим, как вы дуплите, и не врубил звук, чтобы эхо не было. Как слышно, проверь, что там. Не, ну, блин, если врублю, оно может эхо. Оно по-любому эхо будет, то что у тебя там... Эти колонки или что там у тебя? Нет, какие колонки? Газу, газу! Мне через микрофон. А, ну тогда не должно эхо быть, с чего ты взял? Я попробую, сейчас посмотрим. Блин, я слышу свой голос у тебя. Ну, потому что это я вот сейчас включил озвучку. Я говорю, вот это дебилизм. Выключаешь микрофон, и при этом все равно слышно, блин, что ты там смотришь или... Ну, вообще нормально, нормально. И вроде голос нормальный, и звук, в общем, все таки нормально. Хотя, да что, что за хрень-то такая? Не знаю, мне кажется, можно погромче Дискорд. Я где этот... Не. Вырублю сейчас. А, да. Да, она кипит. А, лучше вырублю. Короче, тебя опять... Да, я жду маньяка поиграть. Так, я пока ползу. Да что за ХБЗ? Эхи. Что, она не идет за мной? Вы видите ее? Идет, идет. Она за мной вообще бегала. Да вроде все тип-топ по звуку. Только блин, Аня, или кто там? Вы бы могли его, пока я бегала, да, 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 резко, резко, нормально, нормально. А, ну все. Так, к Ане вообще никаких претензий. Она вообще заблудилась. Аня топ игрок, да, не наезжает на Аню. Вы не забывайте, если так она где-то рядом кого-то отвлекает, и никто, челик просто лежит на земле, никто его не поднимает, его нужно лечить. Нам пизда. Нам пизда. Есть, сэр. Есть, босс. Есть, босс. Есть, а вообще маньяк очень слабый, на самом нет деле. Всем, всем, и она, и она плохо играет. Я смотрю, она очень плохо играет, и... Руганби. Не, короче, габелла, да. Аня, ты хотя бы подыши, когда вы там крутишь, что ли, подыши, так это... Не могу, не могу, подожди. А, что это, Аня? Чтоб маньяк это испугался. А, это... Испугался и подумал, да ну вас, Ваню. Не надо. Парни. Так, все, отдал Богу душу, да? Да, да, да. А что мы еще у нас первый отлетел? Да ёп! Алё, беги! Мысли беги, ты еще это вроде бы стоишь. Ну, обожаю такие игры. Вот теперь беги. Беги, Лола, беги как последний раз, беги. А! Аня, она медленно бегает, ну. Да, она правда какая-то. Она бывает даже не как колокольчик. Колокольчик вообще быстрый. Это а так, всего лишь нужно бегать до этих, до палеток, и все. Это же не сложно, ну. Это же не сложно, а ну? Смотри, поймала, да, ну, несложно. Да я не туда побежала, блин. Ну, не туда, не туда. Да, но... это она ставит эту фигню. Какую? Букву А вот это? Буква А, ну. Да, он это начертила. Кто идет ко мне? Там буква А, там буква А вот, блин. Я знаю. Ага. А что она дает? Телепортируется, походу, на эту фигню. Но если вот так шагом идти, вот как я сейчас, оно не тпшится. Туда не беги, там где начерчено. А-а-а. Я сейчас ее сагрю. Я понял. Даже не получилось. Лёха, делай клипы. За три, блин, с трех сторон сделай эту херню, чтобы если кто-то нажмёт. Вы близко. Нет, пиздец. Да она медленная в этот раз. Медленная, ну, прыгай, 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 прыгай,
Не-не-не, моя медленно, она была ранена, еле перепрыгивала. А там надо через shift прыгать, чтобы оно быстро было. Тут уже клиники нет смысла. Да ищите уже, блин, люк, тут уже все. И там клик сделал, 10 секунд сделал. Ты бежать? Не-не-не, я это отходил, приходил. Не-не, ну ты зашел уже, да? Ну да, не, в смысле зашел в игру? Да. В игру? Сейчас я тебе скажу. Да, типа я зашел. А что, вы хотите катки, типа, сами с собой? Ну, точнее, нашим, типа, ну да, нас пять. Блин, да я могу так и по чисто ради компании посмотреть, потому что так интереснее. Когда вот кто-то у нас мандячит, я даже не знаю, так. Аня, иди сейчас снимать будешь. А, ну смотрите. Подумайте. Вы пока типа так топово это рубаете, все делаете, поэтому мне даже, я не знаю, наверное, посмотреть. Я вас покажу. 4 раза подряд умер первым. Единственное, что плохо, что на стриме нельзя, блин, менять обзор, типа посмотрел за одного, посмотрел за второго, посмотрел за третьего. Да, ну это Аня. Она задолбала кемперить, конечно. Вон она бегает, походу. А нет, это выживший справа. 5 геников и кемперить, это зачем так делать? Ну в смысле, хочет выиграть? Так 5 геников, тут ну, даже понятно, что она очень в любом хочет. Случае выиграет. Очень. То есть можно будет? Было бы отойти нормально, повесить на крюк и отойти уже подальше, ну. То есть клайн? Надо в общем Аня, стой! Не бежи! Рекламирующих? А кто у нас этот как его? А, она снимает что ли? Да. А, она может тебя оторвать, получается? Потому что они надо слушать, где маньяк, не надо бы меня сразу снимать. Медленнее, грузись, выиграй по фану. Тут не все такие по 500 часов, как ты, наигранные. Конечно, не говори. У меня не 500 часов, у меня 800 часов. Ничего не меняет сказанное. Блин, как последняя нуба, как говорится, тут ложись, конечно. Ну да, так я и говорю, что я... Я наиграю 800 часов, но играть я при этом не умею. Блин. Тоже я вчера был про танцора. Да, Лёх. Ну, по крайней мере, хоть я и не умею играть, однако я все равно лучше, чем поиграть. Ну, бля, ну молодец, что сказать-то можно. Все-таки да, было бы логично, что ты умела бы играть получше. Поэтому да, поэтому наиграть хотя бы столько, сколько у меня. Сейчас наш знаешь, пропотел. Да, наиграв столько, сколько у тебя, я не знаю, точно бы... Ребята! Здорово, как дела? Все нормально? Здорово, как дела? Все нормально. А что, кто-то пришел? Это солнат. В общем, чел пришел, порекламировал. Надо сразу таких утиль... Пошли ты это, Саша, пошли с нами. Предлагаю Леху еще в утиль. Да блин, мне пока посмотреть интереснее. Идеально, вот смотри, нас как раз 5 и могли бы сейчас пойти поиграть. Так мне интересно, когда свой же этот, ну, ловит. Ну не знаю, давайте так, вы еще пару каточек сыграете, и может потом я под конец... Так Аня уже скоро спать, если что. Ну ничего, скоро, но не сейчас же. Если у вас такие же катки быстрые, как сейчас будут, то в принципе, сыграть. А я не могу сейчас на маньяка сесть, да? Нет. Нет, пойди, нет. Потому что... Мы же в рейтинг играем. Не. Ну реально, блин. А, типа обуз против обуза. Ну да, вы сейчас поднимаете уровни, становитесь более профильными там. Блин, как ты их называешь? Как это, не говорим на букву Н, говорим кладисы эти, кладу клурисы, клушик, в общем. Клуши, клуши. Кладет. Кладетты. А, 4 кладеты, кстати. 4 клуши, не пиздите. О, может я возьму этого типочка, который... Одна клуша, блядь, лучше другой. А он хиляться не умеет, ты зря, не надо его брать. А я случайно нажал стрелочку, хотел посмотреть. А я поменять могу, да? Ты сейчас поменяешь, да. Блин. Аня реально шарит. Да. Вау, вот это пинг, класс. Это, походу, русский челик.
У него сейчас 90 пинг всего лишь. Одобряем. Сейчас он у тебя будет так же быстро ловить. У нас 150. Нет, главное, что у него пинга нет, то есть у нас лагов не будет. Понимаешь, в чем прикол? И у него тоже, и у нас тоже будет довольно-таки хорошо вязать. Да, нормально. А нормально. Жалко, что здесь нельзя поговорить, типа, с этим. Типа, не бей, не надо. Да, типа, там, помоги, подожди, пожалуйста, я тебя там отсосу, не знаю, там. Аня, ты понимаешь, сколько маньяки бы слышали в свою сторону у говна? Ну, прикинь, ты крики, Нет, а есть другая игрушка, типа, вот, пятница 13-я, там можно, типа, пожалуйста, там не бей меня. Да. А, да, там можно с моей... Пятница, кстати, по-моему, пожестче выглядит. У меня есть она, кстати, можно либо поиграть. Круче сказать, чего у тебя нет. Я смотрел, там маньяков гнобят по-жесткому. Если там норм... Он там вообще гнобит по-жесткому. Я как-то смотрел, чуха играла. Она реально так маньяка гнобила жестко. Выстрелит ему в лицо, убежит, отбежит, обратно выстрелит. Там еще что-то так... Не то, что здесь какой-то убогий фонарь, блядь. Который даже не светит ровно, блин, а куда-то в сторону. Аня, слышишь, Ань, ау. Дай модер по этому Лёхе. А то я не могу банить, когда я играю. Это как делать? Это вы хотите сейчас... Ты же меня назначала модером. Да ты чё? Ничего себе. Ты уже забыла, и ты уже забыла, как это делать? Я, видимо, была выпившая. Наверное. Аня, вот это мы сейчас сделали. Это вы хотите дать это музыкальный диджей-клип, типа, ну, типа, или еще что-нибудь такого плана. Это можно песни петь. Да-да-да-да-да. Слушайте, я реально не знаю, как делать этих. О, а что это за фигня идет со значками? А просто нажимаешь на ник челика, так. И там у тебя функции, типа, забанить, там. Забань Леху, да. Забань Леху. У меня только забанить и пожаловаться. Нет, а назначить модером них... есть кнопка? Портится. Да я вообще не знаю, как это делать, вы чё? Блин, а что это за фигня? Аня, а что у тебя сейчас идет? Часики какие-то? Тебя сейчас а, это играет. Этот Фредди Крюгер, потому что играет. А. Он засыпает. Я уже думала, ну все, пока, я даже не стала играть. Ну, снимем сейчас? А, это что такое? А ну, перестань. Это что такое? Я чуть не обрытывалась. Да, блин, где эта кнопка? Ты не можешь меня разбудить? Как? Ну-ка, разве. Короче, я не могу. В смысле, кого будить? Где люди вообще? Мы все спим? Ну, типа да. Я хожу. Зато как светло стало. Беги, Лоа, Геник, или это... О, блин, Ремнан-то уже подвесил. Блин, а почему птицы так жестко лупят меня? Лупит. Где птицы, лупит? Птицы, они. Они не лупят, они лупят. Ты посмотри, там что делает этот Фредди Крюгер. Птица, пошла нахер! Да, второго подвесили. В общем, что ты говорил про пинки, про то, как вас будут сейчас вешать? А-та-та-та-та. Бежит к вам. А-та-та-та-та. Да мне тут птица, сука, палит, я вообще не могу, блядь. Пизда, иди отсюда. Пошла в жопу! Она и будет палить. Пока ты какие-то активные... Да, ну, так он невидимый еще. Да, для маньяка и зикатка. Ну, потому что он сейчас, по идее, вы спите, поэтому он для вас и невидимый. Я а, сплю. Вы растетесь, типа, опа, да? Да как это нахер? Да эта птица меня убивает, я не могу ее бесить, она меня ну, бьет. Ты сейчас это что-то делаешь, и может... а может у нее навык такой или еще что-то? Это не навык, просто да. Фредди такой, типа, это у него пассивка такая. Типа птичка. А шаги не помогают. А Дедли не помогаем, у него там 50-й левел. Охеренные перки. 800 часов. Че, я похилюсь? Не, надо идти, как его. Ребята, а что вот такое подсвечивается? На Будду похоже. А, это типа, чтобы проснуться. Ну вот. Беги туда, беги! Ааа, беги! Тихо, короче, тихо, тихо. Пишка, да, блин, а может меня будете снимать, а? А у тебя там да, я бегу. Ты еще, в принципе, можешь повисеть. Вам надо резче бежать. У меня, блин, сейчас вторые щупальцы, я больше не смогу висеть. Щупальцы. А если до щупалец снять, то я тогда смогу еще потом висеть. Сейчас тебя... Он тебя тащит. Вот дай хит, дай хит. А, он дал снять. Серьезно, он такой дебил?
Все схвачено. Он же мог оттащить. Ребята, я сделала проснуться. Ну, хочешь, может. Ему скучно с вами, блин. Он смотрит, блин, уже тут этот, как его. Да, уже, блин, бро, Рэм-то сняли, точнее, уже забили. Три трубика. Я чуть-чуть чинить надо, я не могу ничего делать. Ты что меня закрыла? Я не встать, не... Ёб твою мать. Я проснулся, кстати, а бужу крюки, чтобы проснуться. Да дрянь, это было под блоком. У меня ДПшло вперёд с таким биндом, что у него там происходит. В смысле? Да меня ДПшло только что спасло. Вы заглючили маньяка? Опа, ушел в инвиз. Видали, кто тут 800 часов там, блядь, наиграл? Ага. А, я игру тут сворачиваю. Да. Мне тут сообщение в ВК приходит просто. Как я вчера сказал, как это, то, что, ну ладно, мне мешает, как это, как хорошему танцору, что мешает, а что мешает тебе? Сообщение в ВК. Он тебя, Дедли, он тебя этовает? Палит? Да все, блин, Аня, ищи этот, как его, люк, тут уже без моего. Бля, он сейчас меня поймает, ёб твою мать. Он не поймает. Смотри, он знает, что я где-то здесь. Смотри, видишь, как он ходит, блядь, пидормот. А, вообще нет, не надо меня снимать. Да тебя вообще ни хрена не видно, в смысле, поймает. Он, блин, я бы не увидел. Это а ты. Вот теперь он типа может и все. Сань. А. Заходишь? Да я, блин, пока смотрю вашу игру. Я уже давно зашел в игру. Так но нет пока... игры, мы умираем просто. Блин, в смысле, все охеренные круташи, блядь, умерли, что ли? Ну, да, я даже до генератора добежать не могу. Ты последний из Брунинджи. О, блядь, из Магикан еще скажи. Ну, может быть, из Магикан. Как это, кому что больше нравится? Выбирай. Ну, я хз где-то, Люк. Сейчас как долго будет у меня искать, если здесь спрячусь? Как долго? Недолго, я думаю. О! Что, люк? Ворота открывать. Что там такое, Лёш, было? Ворота? Да. Последний отлетел, и ворота типа можно открывать? Ну, типа да. Только он уже, по-моему, приближается, да. Блядь, рукастый-то какой козёл! И сразу не скидывай доски. Да, блин. Ну, я им по башке рубанула. Чем? Доской? Во, вот это мясо сейчас такое было кровавое. Ну прям как будто ты ему голову проломила эту доску. Серьезно? Ну, да, было. Она ему доской в башку проломила. Эй, все. Пусти меня, пожалуйста, я тебе что хочешь сделаешь. Не надо, я такой говорю. Эй, братуха! Ты говно, блин, в шляпе, тварь высобокая. Ой, он не той ориентации, ему это ему не покатит. Будем умирать долго, умирать долго. Да не, уже след. Попробуй спрыгнуть, кстати, у тебя 4 попытки, ну или там сколько. Ой, а что-то нет. Мне даже ничего не дало, что ли, что-то ничего не понимаю. У меня уже все. Так что, может, пятером поиграть? Да куда вы пока сыграете еще каточку, блин, так, с маньяка разделайте. Шо так, шо так, я все равно же смотрю, поддерживаю. Мне даже так прикольнее поугарать. Шутки за 200, да? Шутки за 300. Да, даже, уже за 300 даже... пошли, извиняюсь, пропустила как-то. Так, а теперь поясните старому пожилому человеку, что это такое. Где? Шутки за 200, шутки за 300. Пенник. Ладно, бог с ним. Потроллили, по какие-то жестко поестебали, и тут и не рассказывают даже, с чего стебают. Так нечестно. Честно, но не честно. Ой, не говори, вообще нечестно. Ну, конечно, вы играете, блин, четырьмя клушами, и... Саня, так не хватает тебя, нашу любимую клушу. Я не клушу, у меня, блин, натуральный... не буду говорить, что натурал, а то еще забанят, точнее, пока... Ты уже сказал. Он
Он нормальный мужик. Мужик, вот от слова. Ремнант уходит, кстати, ему надо выполнить дейлик. Это кому чего? Ну, вот. нашему. Золото сводится, Саня. Саня, давай заходи, что делать-то? Взяли, прогнали чувака. Нет, нет, он пошел за этого. За маньяка играть, я так поняла. О! Да, присоединюсь. Наш человек. Бро, возвращайся! Возвращайся, я тебе даже место тут это. Подогрели. А кто ушел? Кто ушел? Ремнант. Чего он ушел? Ему надо сделать квест там какой-то. На маньяке? Да. А, ну дейлик я понял. Самое прикольное, что он, блин, наверное, подумал, что с вами каши не сварить. Ну, вас, баню, пошел я по маньячу. Ну, вас крабов. Потому что мы так херово играем, что это вообще пиздец. И самое прикольное, что это видно. Ну, не волнуйтесь, осталось часик всего лишь. Мы-то, блин, тут нубасики. Да, только смотрите, вот у меня наиграно часов 800. Но большая часть вот этих часов у меня наиграно на маньяке. А на выживших я там, ну, может, 100 часов наиграла, не знаю. Типа, я за сурвов не умею играть. Ну, так это плохо. Я играю только за маньяков. И вы прекрасно видели, как я играю за маньяков. Да, потому что за маньяков играют всякие кто? Всякие нехорошие. У меня за маньяков был первый ранг. Буху. То есть, упади. Да потому что маньяк здесь имба, вот и все. Да вот, и тем более не все маньяки, кстати, имба. Вот и все, а челики это лошарики. Ими сложнее. Давай играй, блин, хватит выделываться. А че, блин, не сделали этот, как его, какой-нибудь для сурву? Эй, Клуши, среди нас настоящий мужчина. Действительно, да. Сейчас он потихоньку будет отсидеться в кустах, найдет спину, возможно. Ты там в кустах будь поаккуратнее. Ну, Саша, да, только чтобы... знаешь, что сделай, чтобы ты был здоровый. Да ну мне я и так здоровый. Ты не понял, чтобы ты не дох. Да я не дохну, в смысле. Ну я имею в виду, у тебя навык вот этот раненым начинаешь, и тебя сразу ваншотит. Да, ты ложишься первая, а меня ваншотит. Вообще. Я, по крайней мере, два удара выдерживаю. Ага, что толку, если тебя все равно потом вешают. Бабские разборки. Сейчас две кладеты закончат и пойдем играть. Да, готов, жмите, я пока отстегаю Дедли по полной программе. А, мне нельзя готов нажимать, мне, блин, надо прокачаться. Отстегаю Дедли по полной программе. Как это тебе, на тебя мужика нормального нет? А, это шевини, да? Это сейчас уже все забанят заново, да? Так кто там забанит? Ой, господи, я просто валяюсь, просто давай ржу да на полу. Да и вообще, этот канал, в принципе, можно пусть банят, типа. Мысли пусть банят, не надо. Так мы заведем новый, ну чё вы как эти? Ну ни хера себе наезды, ну чё вы. Свой заводи. А сколько вот реально, которые не свои, типа? Ну, сколько? Все свои, все дорогие. Зайдем к тебе сейчас на канал и начнем тут рассказывать какие-нибудь. Не, ну мне уже чуть-чуть жалко, хотя тоже не особо жалко, потому что у меня все-таки да еще даже 50. Сволочь, тварь. Мне будет жалко, когда у меня будет 50, вот, и тогда уже да. Надо немножко поумерить пыл, как говорится. Поумерить пыл. А пока без проблем, вообще можно новые аккаунты создавать, там, хоть треснуть, типа. Так бан идет вообще на человека, нет? А, чего? Бан. Ну, когда банят на Твиче, это вообще тебе нельзя создавать новый аккаунт. А как они узнают? А, смотри, можно IP поменять, во-первых. Я понял. Блин, короче, надо быть аккуратнее. В общем, следим за своими, да, словами. Первая игра, и первая сразу попадала. Опять эта карта, ну. Ой, пинг ужасный. Пинг ужасный, мне дерет картинку. У меня пока вроде не ТП-шит. О, не, вроде нормально стало. Новый маньяк, прикольно. Да ничего прикольного, галимая карта, еще и новый маньяк. Это Радимагордон? Да. Похороны, за Саней уже бежит. Газу. Вот сейчас Саня вот смотрите, газу. Он будет вот эти штуки ставить, их надо будет выкапывать, если найдете. Да, мы будем. Найдем. Потому что не надо раненым начинать.
А при чем тут? Раз и все, и ты уже лежишь. Угу. Я бы все равно от нее бежал, бать. На этой паршивой карте я бы все равно от нее не бежал. Тут без вариантов. Без вариантов. Он тут возле нас прям висит, так что пусть долго висит. В смысле долго висит? Сань, ты отвлекаешь. Да. Этот, Сеня, не снимай его. В смысле отвлекаешь? Он уже спетлял как полчаса, он даже нам меня не... Нам клиники, Саша, нужно чинить, ты не понимаешь. Я еще раз говорю, он уже убежал как полчаса. А нет, империй падал. Назад, беги назад. Работайте. Да не надо еще повешу немного. Работайте. Работайте. Сейчас Саня будет. Блин. Зато вот я сейчас сэкономлю кучу времени, тем самым, что, блин, смогу убежать, и мне не надо... Вот такой вот новый Гаргона это. Кто она там такая? Гаргона Гаргоновна? Да если честно, какой-то... Не надо. Мандичина никакой из этой Гаргоны, мне кажется, что она... Так, сейчас посмотрим, как у меня получится. Без шансов, без вариантов он тут носится. Все, потерялся. Ищет. А он вниз или вверх побежал? Не заметила. Пропал уже в тот момент. Просто пойди меня. А вот сверху они. Он достаточно далеко вроде. У меня сердцебиение. Да он за мной бегает, потому что. А, Сань, ты поднимешь? Да, тогда я сейчас пробегу, постараюсь. Ну, так, видимо, сейчас у меня уже щупальцы пойдут. Я могу. Да, короче, взять. Вы вообще молодцы. О, он палит, походу, где-то. Да, сердцебиение. Сейчас, Саня, Аня, потерпи. Тикай, хлопец! Хлопец, тикай! Let's go! Ну, чё? Кого? О, я тотем увидел. Вот я тотем почищу. Не, ну его все равно, мне кажется, этот маньяк не стоит покупать. Он чисто такой пофанится. Да, медсестра все равно. Медсестра все равно круче. Возле она тебя? Она все равно топ будет всегда. Поэтому остальных маньяков вообще смысла нету покупать. А Дэд кто-нибудь подымет? Или оставим его на растерзание маньяка? Возле тебя он или нет? А, возле меня. Леха, ты чего не банишь? Тебе ждали модерку. Почему я должна игру сворачивать и банить всяких нехороших людей? Не говори, да, давай. Оказывается, он прыгает. Вот у него прыжок вперед, типа с ускорением прыжок. Бля, ты внизу? Да, он внизу, у него прыжок с ускорением. То есть вот, чтобы как раз не закидывать. Ну да. Да, поэтому он достаточно быстро догоняет, если вот правильно вытывается. Дело даже не то, что быстро догоняет. Аня, пошли полечишь. Он вылез. Тяжело именно делать. Ой, ё-моё! Кто меня сейчас заблочил? Я из-за этого бежать не могла, ну? Кто меня сейчас заблочил? Да я не знаю, может быть, я, наверное? Ну, я тебя не блочила специально, я бежала к тебе. Ой, я бежала наоборот, от вас, ты говоришь мне, полечи. Я бежала потом к вам, и врезались мы вдвоем. Друг в друга. Саня, я не знаю, как попасть к тебе. Я при этом никого не блочила. Ну ничего страшного, при таком... Двери закрыты, Сань. А я нашел. Саня, держись, Саня. Мы тупо врезались друг в друга. Серьезно, Семочка, вот Сема натуральный, как говорится, человечек. Саня, ну твой мать. Он за мной убежал, да? Нет, за мной. Идите, снимайте. Кого? Сему повесили?
Саша, не, сними, ты, по-моему, ближе всех. Кого? Где повесили? Я не могу понять. Да наверху я наверху. Ну сейчас. Быстрее, а то не успеешь. Да тебе, блин, так легко сказать, быстрее не успеешь. И это, знаешь что, попробуй выкопать вот эту херню. Выкопай вот эту херню, вот. Вот здесь. Да хера спать тебе, называется, отвлеки его моим трупом, да, пока я убегу. Внизу где-то бегает, аккуратно. Лёх, ты видел, что Саня сделал? А чё сделал, чё сделал? Да я снимаю Саню, и он помотнее этой пробежал. А что, не надо было? Так ты пробежал, и он вылез на ней, и нам пиздец пришёл. Как ты, Сань, у тебя последний раз? У тебя последний раз, да? А что, не надо было по ней бежать? Не, он вылез из них. Не, вылез, и там он вылез, но может надо было этот, как его, типа. Может, он типа просёк, когда по ней пробежали? Да, ну, да, типа просекают они. Да. Какой страшный, какие звуки. Ненавижу эту карту, блин, это лапури. Нет, херня. Я по ходу дела плутаю по одному и тому же месту уже 16 раз. О, херня, это валяется. Да, надеюсь, он не вылезет, пока я... А я не могу, да, ее копать? Пиздец. Вот пиздец, не вылез. Газу. Не повезло. Мне, Сёмыч, этот прям был... Плохой, да? У меня типа не было других. И была плохая. Вот, крюк, найс, крюку прибежал. Одобряю. Всё. Ищите люк, потому что, мне кажется, этот манечкина сейчас разделает ноги. Да он быстро бежит, ему вообще фокс. Где он, бляха-муха, бежит с какой стороны? Ты там прикол, что паршиво доски бросать, он делает вперед, и ты просто реально не подгадываешь, когда доску бросить. А у меня там это, уже было, лежало все. Ну да, ну все равно как бы. Тут уже все лежало. Это маньяк, удобно с досками. Ну, на самом деле карта говно. Если бы карта была еще что-то, тогда бы он там захекался бы вас искать. Ведь заметьте, реально никакучий в этом плане. Когда вот большие карты, вот ему тяжело. Этажи, коридоры. Да какие там этажи, коридоры? Тут, блин, второго этажа кот наплакал, а первый этаж. А он у меня где-то. На первом. Он за мной вообще-то бегает, по-моему. Нет, он у меня на лестнице стоит. Он темперит всё ночью. Пробую выкопать его в говно. Ага, не выкопал. А, нет, он уже у меня. Да, он как будто, блин, видел, что ты... Я сразу начал юзать. Он сразу начал юзать. Вообще нифига не так тяжело смотреть с этим маньяком. Дерьмо, говна, кусок разобрала, блядь. Аня, что ты не снимаешь? Да я так-то бегу. Бегу 3 часа от него, а ты не снимаешь даже. Аня ищет этот люк. Аня могла бы челика спастись, и чё? Стёмыч, прощай. Аня, прощай. Уходят в гавань. Прощай. Как минимум, это Аня очки. 1500, по-моему, очков за спасение челика с крюка. Вот. Поэтому надо этим почаще заниматься. Сёма, здорово. О, ещё раз. Он здесь. Живёт, да? Здорово. Я только приходил. Недолго, правда. Аня, вы сейчас закрываете. Теперь меня заблочил. Выживает сильнейший. Сильнейший. Не говори, вы зло. Я сейчас тебя почувствовал в моей шкуре, когда тебя заблочили. Блин, я как будто тебя специально заблочила, господи, блин. Детский сад, блядь, вторая группа, а. Блядь, это всего лишь игра, ёб твою мать. Столько соплей, блин, из-за какой-то херни. Я нашел выход. Я ухожу. Не, подождите, надо, чтобы... А, стоп. А чё ещё он не открылся?
А он люк не сломал. Но я не знаю, где люк, и не хочу его искать. Твою. Вот теперь он сломал. Да, но... газом. Быстро, мне кажется, он знает, что я здесь. По-любому. Да, завоняло. А ты за Аннекасом здесь? И кто не посмотрит? Нет, нет, друг. Да, типа нет. Смотри, пойдет туда. А, он яму поставил. Сейчас он будет прыгать туда-обратно. Туда, обратно. Он, ну, знает, что ты тут. Он знает, да. Он знает, он фигней занимается. Здорово, друг. Здорово. Блин, а где ты ключ взял? В сундуке. А? Серьезно? Ты же мог, блин. Ты в курсе, да? Что ты мог уже даже не сейчас, а еще когда все живы были, то есть когда два геника завели, когда на были туре? Заведены, да, когда были заведены два геника, можно уже было бегать, искать закрытый люк, и ты бы ключом мог бы открыть люк этот и сбежать. Поздно залетел. Вообще, инфа как бы вовремя сказано. И кто-то это тут говорю, надо было ровно. Кстати, а ты эту игру будешь брать? Ой, не знаю. Пока скидончик типа идет. Не знаю, не знаю. Не, ну так же вроде прикольно же позалипать, не? Ну да, иногда так. Изыди, изыди, не. Да и катки тут, в принципе, бывают очень быстрые, так что по времени. Я пока по времени это не это. Не, ну это понятно, так это с времени. Ты думаешь, я лучше играла, когда начинала только? Я еще хуже играла. Вот это называется, блин, жесть. Человек. Как это, агитирует, взять, потратиться и взять на это счастье. Да, причем, заметьте, мне за это никто не платит. Я просто так. А, на собственной основе. А ты просто это, как это, плохой человек, одним словом, плохой человек, ты агитируешь за всякую гадость. Вот кто-то купит эту гадость. Не, просто чтобы вместе играть. Просто у меня эта игра есть, как бы, у Скуби есть, он тоже может иногда поиграть. Я бы в Monster Hunter поиграл. Monster Hunter я уже играла. А она разве не бесплатная? Нет, она платная, причем много стоит. А там вообще, в принципе, она что-то по такому же принципу, как и... А сколько она там стоит? Два косаря или... Да, два, по-моему. Нет? Два, да, два. Два косаря, да? Чем ДБД? Там же такой же принцип. Один маньяк и... Не-не-не. Ну не маньяк, один монстр и четыре там выживальщика. Не, но мне нравится она. Там типа монстриков убиваешь, потом из них крафтишь... Там не выживальщики, Саня, там охота. Да, охота на динозавров всяких, на тираннозавров там. Да, мы... недавно до... Каких тираннозавров? Мы с Лёхой играли. Там же вроде было какой-то один... Ну такой опять... розовый, как там, ангар или нет? Не ангар, как же его звать? Я тоже забыл. Ангора, не ангора. Не-не-не. Ну как-то на А вроде, да? Нет, по-моему, нет. Лёх, найди. Ну кажется, на А, нет? На А же вроде его зовут, нет? По-моему, нет. Блин, я отойду быстро. Давай, снова. А я думал, вот это Monster Hunter, это когда одна тварь и четыре охотника. Не, там, короче, смотри, ты заходишь на лоб, там куча монстров, и тебе, допустим, надо убить какого-то одного. Ты попадаешься на другого, лупишь его, потом другого, потом другого. Подожди. Это случай та игра, там, типа, время, типа, ищу, типа, чуть бы не мушкетное оружие. И якобы там куча народу таких же, как и ты, и вы, типа, должны одного демона замудрить, донести его до этого респа? Не-не-не. А, да блин, тогда я что-то путаю, ну ладно. Это про охоту, там, типа, куча оружия, ты выбираешь себе оружие, потом убиваешь челика какого-то, ну, монстра. Ага. Там какой-то крокодил, или птица, или дракон, и с него делаешь там себе броню, оружие. А, подожди, а графика, случай, не такая полуанимешная? Да. Походу, я знаю, она была на английском, а сейчас вроде на русском. Еще там боссы такие, типа, ты их по минут 15-20 пинаешь, хвост отрываешь. Да, да. А, я сообразил, ну, да, я понял. Ну, вот мы с Лехой ходили, там какой-то челик был, и мы ему только шкуру сняли. И все. Он потом отрастил. И все. Ой, и больше думал, ничего вам не дано. Да нас двое было. Мы вдвоем просто разбили. Да ёб твою мать. Да ёб тирный кокос, а. Который раз это говно. Ты заклинаешь там, что ли, на эту мапу? Да не говори. Ой, ну чё. Это пшивый. Идём искать сразу же этот. И Дедли сейчас отошла, и сейчас её будут чикать. Шкуру снимать с них сейчас.
Помним. О, еще и, блин, сейчас... Что? Кто? Кто босс? Смотрит? Этот, как его, блин, ой. Еще и... Ой, подожди, на меня этот маньяк идет, смотрит, а у меня тишина. Кто маньяк? Этот, да твою мать, с ножом, он еще и висячий у меня. С ножом еще и висячий. О, вообще. А, этот что ли, Крик, что ли? Да не Крик, с другой маской с ножом. Который толстый. А, да, ну и так. Самое прикольное, на меня стол тихо. И у меня типа сердцебиение не пробивалось. Это у него какой-то навык какой или еще что-то. Подождите, опять эта карта? Да, дерьмо, карта. Ну, походу, маньяк слабенький. В этот раз очень слабенький маньяк, так что... Можем себе. Очень слабенький маньяк, а Саня уже висит. Да. У нас маньяк всегда слабенький, блядь, так только мы проиграли все. Да иди нахер, что ж ты, блядь, для меня второй раз вылез? Уже я не могу. Чего я тебе так понравился, что ли, тварь? Вкусный ты, аппетитный, сладенький. Ой, это Майкл. А, не-не-не, тупой Майкл. Ну, в общем, я уже второй раз посидел. Да, сейчас вообще не пошла у меня. Мишай. Куда он понесся? Ой, он рядом со мной. Чёрт. Говорил, мне надо было заходить. Счастье. Кайф. Сейчас бы воншотить, блядь. Мне кажется, это маньяки специально, блин, делают кини, чтобы отношения какие-нибудь дают. Ну реально, карта Яманао. А у вас это... Не, меня сняли уже второй раз. Он отошел от меня. Пошел, ну, на меня. Я тут где-то рядом раз. Вроде. Ползу. У нас фаза светила. Это ты, Аня, такая на измене зашла такая? Зашла и убежала, да? Да я хотела снять, блин, а... Где-то он возле меня. И не думала, да, такая? Да, нет, уже сняли. О, он бегает, бегает в соседнем коридоре со мной. Да-да. Я тут хилюсь. Ну, хильси. Ань, пойдем люк поищем, а? Да вот я этим уже занимаюсь, как бы. Не, маньяк теперь возле меня бегает. Ну вот хорошо, ты Санета, побегай там с ним немножко. Да, я с ним недолго буду бегать. До первого как это ножом спину. Ну я починила один этот, как его. Я сейчас чиню второй, получится. Да, нифига не. Он бежит туда, куда починили. Ёб пёрный бабай, как он меня не заметил? Я вообще охренела. За тобой бежит до сих пор? Да, да. Дедли. Ты бегаешь и его отгоняешь? Да, да. Гоняй его там, гоняй, я пошла чинить, я рядом тут. Я пойду в другую сторону. Так, это кто-то там в мою сторону бежит? Бегите, пожалуйста. А, сила набирает. Это что, починенный что ли? Ёб пёрный. Ой, за мной. Да ёб, так если не бежать ко мне. За мной. Саня, чё ты? Тут никого нет. В смысле? Там такой, типа, как будто какая-то... Не-не, это не я. Вот это я. Вот это я. А, всё, мой друг, я не думал, ты решил открыть игру. Ты меня напугал. Идите меня хиляйте. Я бегаю пока, бегаю, ребят. Так, мы сейчас... О, я упала! Блин, а почему я упала сразу? Когда челика два лежат на земле, а второго хилят обычно. Бегим. А почему я упала сразу, он меня ударил? Я что, уже падаю? Я же не падала вроде. Все, к вам побежал. Побежал очень быстро. Нет, 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 чувак, не беги, я тут. Все, теперь можешь бежать. Так. Сейчас закрыто. Ну, как обычно, да, он повешал? Меня никто не поднял. Так, а ты с юзай навык. У тебя же 50 уровень. С юзай навык, что... Прыгивать. Ну я маньяка отвлекала, и меня повешали, как бы. Я никого не могу, ну, никому помочь. Нужно. Ты постоянно всех снимаешь, ты можешь спокойно сьюзываться за счет этого навыка. У меня его нет, опер. Ну в смысле нет, у тебя же 50. Потому что мне надо донатить, понимаешь? А я не хочу донатить.
Ну в смысле донатить этот нахуй? Аня, полечи. Давай. За мной же бежит моб, как я буду лечить? Ты не забывай, вот у тебя перк на хил. Типа ты снимаешь крюка, у тебя бешеная скорость хила. Да я это прекрасно понимаю, блин, но ну я как я могу хилить, если за мной, блядь, бежит этот... Чувак! Я что, должна, блин, умирать, типа, и сидеть хилить всех? Или чё? Ну ты просто смотрел, есть он или нет. Здорово, блядь, Майк. Здорово, здорово! А, привет, привет! Привет, бро, да. А ему похуй, я понял. Чёрт, блядь. Я ему еще выбейла, а ему похуй. Я вот сейчас люк пытался поискать, ничего не дружок, блядь, ну ты дома на тебя вся надежда. Беги, беги, не надо, беги. Да я тебя слеплю, ты дал. Он слепой, его бесполезно слепить. У тебя что, фонарик есть? Да. Он прям куканится на него, но все равно что ему не происходит. Нажми, я это. Да. Я тоже бегу или бесполезно сейчас? Да лучше я сниму. Сам я вижу, как ты бежишь. А, да, пиздец. Тупо на спидах. Ёпта, не, это вот сейчас с Дэдвик прибежала. Да, да. Я говорю, вижу. Да куда ты прячешься, это придурочная? Так, он накопился. На мне накопил. А, ну он... А, давай. Так, стоп, ну стоп, я крюк так близко опять, да что ты я разодрала? А вот он уже подвесили. Да, меня. На втором этаже? Да, на лестнице. А сколько у тебя? Это второй раз, первый раз? Второй. Я мне сейчас надо аккуратно играть, пока у него фаза есть, надо играть аккуратно, чтобы он, потому что он сейчас ваншотит. То есть ему пофиг, что ты здоровый там, тупо ваншот. Я сейчас попробую, Аня, подняться. Ну, давай, я тоже бегу, посмотрю, кто быстрее. Да я быстрее. А. Правда, сейчас маньяк сюда придет и даст всем нужный люля-кебаб. Я тут коридор. А, все, у него ваншотка слетела пока. Вань! Сучара, он так и, я так и думал, что он третий должен. Ёпта, ну все, я по минусу. Не заныкался я в этой хрени, я думал. Короче, Саша, бери просто нераненого челика и все. Да ну, в жопу нераненого, постоянно. Как ты опять сдох первый раз? Ну, самый первый. Ничего, мне не подфартило картой. Дерьмо карта. Такому это не карта, дерьмо, там. Такому профи, как я, тут это только карты мешает, да. А что за клешни вот эти на иконке? Я, между прочим, гелик зарядил. Зарядил, ай. А, не, мы с Сёмой зарядили его. Ну я начал. Начал. Он надоелся. Аня сейчас его подправит. А, нет. Надо было скинуть, хоть какое-то время было бы. Потерял. Блин, я тут... Не потерял, попал. Тем более, с такими маньяками, у которых усиление они с одного удара рубают, там разница здоровый. Ну да, можно не лечиться. Ну это смотри, но это именно Майкл. Остальные в основном нормально бьют. Блин. Типа два удара надо. ХЗ. Он рядом с тобой? Я бы такую игру даже за 50 рублей бы не покупал, Ваню. Да нет, она стоит своих денег. Не, она того не стоит. Что я, посмотреть? Блин, лучше знаешь, я наиграла. Да откуда ты знаешь лучше, блин, ты все лучше знаешь. Просто давай. Она мне надоедает, и там какое-то время играешь, потом опять надоедает.
потом опять ее устанавливаешь, потом опять удаляешь, устанавливаешь, удаляешь, и так без конца. Ну так, а что ты тогда не спешишь? Пахиль, пахиль, ага. Пошел нахер, косёк. А, Сёма, беги! Блин, у нее фонарь, блин, как ее рука. Да таким фонарем, если бы ты погрел бы маньяка, он бы больше тебе никогда не подходил бы. Mm-hmm. Да почему она не ударяет? Аня, ёб твою мать, налево, не блочь меня никогда. Я из-за блин, тебя... я специально села, чтобы там скинуть. Ты какого хрена ты ко мне бежал? Да, он же за мной бежит. А я тебя лечить не могу, почему? Бежит, главное, ко мне, блин, и на меня кричит еще. Кровоточишь ты жестко, реально, ты... Да у меня уже все. Если бы кое-кто под ноги постоянно, блин, не бежал под мои. Ты не блочь других, пожалуйста. Да я никого не блочу, ты бежишь ко мне. Зачем? Как за это можно спалить? Репорты кидают, понимаешь, челики не кидают репорты. Потом эти смотрят. Привет, график. Репортов типа накидали тебе за это. Привет. И они типа решают заблокировать аккаунт навсегда или нет. Короче, вот за такое я бы игру не покупал, никому не обидел. Ну что, надо немножко правила соблюдать. В смысле правила? В смысле правила? Я съела, чтобы его там прикрыть. Ты бежишь туда ко мне и меня же блочишь. В чем правило? Я не я блочу, а ты меня блочишь. Хорошо, чем я тебя блочу? Смотри, за кем гонится маньяк? А, все, короче. Блочить. Вот ты решил налево побежать. Я решил налево побежать. Вам что, мысли да, как-то... Да, ну смотри, маньяк бежит, кстати, в моем случае сейчас было, маньяк бежит за мной, вот, и того, за кем бежит Боль, маньяк... Боль, ты такая умная! Боль, ты такая умная! Ты мне вот скажи, каким образом узнать игрок, куда ты побежишь, вправо или влево? Вот реально, скажи, а? Он что, мысли умеет читать, или как ты вообще узнаешь, ну, что... Надо просто не останавливаться, типа, бежать, типа... Просто не останавливаться, не бежать, ну вот они... Нет, смотри, Саша, смотри, если ты видишь, что за тобой маньяк не бежит, то не останавливайся никогда у палетки. Тем временем у нас 9 зрителей. Смотрят на то, как мы тут сорёмся. Да, играйте в это только бесплатно, не покупайте, не покупайте, играйте в это бесплатно. Не, ну если, может, определенные профи или любители есть такого жанра, конечно, покупайте. Но я бы ой, точно такого не покупал. Да не, надо просто проще как всему относиться. У меня к игре. Это называется так, на этих кудаков не надо, что меня еще кикануло. Да, я тоже что-то вылетело, кстати. Да, не, ну, это просто не мой жанр, я сразу скажу, поэтому я такое не смотрю, я такое не играю. Точнее, смотреть точно не слишком нет? Жесткий маньяк был, смотрите. У него все прокачано тупо. И то, блин. Наиграно. Ура, не скрытый профиль. Слушайте, а у него мало часов, 113 всего лишь. Эхо жесткое от Дедли. Ну, Дедли, так ну. Я знаю просто челиков по 4000 часов, в которых ДПД. Так это не. Это у Сани эхо. У Сани эхо? Чего? А у меня у Дедли да, идет. Это у Сани эхо, всегда у Сани. Да хера с два тебе по, в общем, лицу. У меня хорошо, эхо. Сейчас я выключу свой микрофон, давайте проверяйте. Давайте проверяйте. И чё? Нету. Нету. Я говорю, блин, это у нас тут любительница. Эхо. Надо жить в кайф. У нас 10 зрителей. Всем привет. Hello, my friend. Которых два бота уже, блин. Леша Красава, режь этих, блин, сразу их удаляй. Черный список. Нефиг тут рекламу свою. Мы это честный канал. У нас все своими подписчиками. Только для, как говорится, своих. Никаких так никаких. Никаких вам никаких поблажек. Ну что, ребят, давайте сыграем. Давайте будем относиться проще к игре, блин. Не как будто бы мы в жизни, а просто фаниться, играть, улыбаться, смеяться, ржать. Блин, да. Так мы проще, а это Дэдли наезжает, что ведь они тут не наиграли, мы тут... Честная так... Россия, честная страна. Погоди, я хочу за маньяка пошпить. О. Живи спокойно, страна. Пока я играю в ДБД, мы... Ура! ДБД. Ибо там...
ДВД. Рибидень. Да, играем. Блин, а чё, график, он нас посмотрел и всё? И ушёл? График, плей. Не, он услышал, что мы честно играем без... И всё, и сразу ли... Без читов неинтересно смотреть, как играют. Давай, читы подавай, да, или чё... Просто график, это, однако, очередной мой племянник. Отношения, покупайте, я банал. Так что, у меня эхо всё-таки, да, идёт? Да, походу. Блин, я не знаю, что у меня с эхо, блин, за хрень. У меня вроде нормальный микрофон. Аня, это, Сёма, эти, как его, подношения, с вами отношения, не цепляйтесь. Что, реально из-за меня эхо идёт? Ну, сейчас, пока нет. Да, пока нет, сейчас вроде бы. Глаз. Мы ждём. Меня кикнуло. Меня кикнуло, ребят, нет меня. А, тебя так кикнуло? Так, кикнуло. Сёма, че-то, ну, пока не на этот, а, запрыгивай. А. Шеги я кинула. А у меня нет. Шеги, Дэджи, блин, я путаюсь в этих никах, вообще уже вся перепуталась. Ой. Я пока не запрыгнул, у нее сработало все. Так, отлично. Вот Дэдли присоединился, и Брагу вот, присоединяется. Этот, подношение, хоть какое-нибудь паршивое возьмите, не хочу, чтобы опять по четвертый раз, который, блин, вернет. Любое подношение берите. А, так. У меня есть какой-то мешок с солью, статуэтка из черной соли, пелена союза и свежий цветок. Мы погнали на карту какую-нибудь. Любое, Аня, бросай каждый раз любое, потому что... Какое, Шеги, Дэдли, господи. Да никакое, все, не я кинула, короче, вы ничего. Ну все, окей, окей, поехали. У меня 15 уровень был, нет? А, нет, ни хрена не было еще. Кто там КСКС? КСКС? КС пойдем. Ох, у меня две собаки сразу проснулись. CSGO я только смотрю, я не играю. Мысли CSGO. Там сейчас турик должен, по-моему, начаться, или уже пошел, или я уже опять пропустила, буду опять посмотреть, наверное. Ой, только не CS. Не говори. Я же совсем для меня. Познание у ботаники, надежда. Ну что, мы все нажали, нет? Прожали, нажали, пережали. А чё, тёмный туман? Нажали, прожали, все прожали, нажали. Да, да, да. О, да, вот нашло что-то. Да, оно просто не находит. Нашло, блин, жалко чё-то. Чего? Пчёлки-то. Какой пчёлки? Ну это ты про что? Да заходил график, это вроде бы, блин, мой племяш очередной. И он тебя сразу бросил, кинул, вот это племяш мне через. Что-то он вышел быстро, но. Он, наверное, шиганул. Да, зашел. Где я? Чего это? А ты крики. Мэри Мэй, это тоже это настоящий челик? Мэри Мэй, привет. Hello, my friend. А где я отписался, Мэри Мэй? Да я вижу тут, типа, в чате кто сидит. А Азазазель какая-то сидит или какой-то? Мэри Мэй? Ну, они, наверное, фоново просто смотрят. Наверное. В любом случае, всем это, типа, здрасте. У нас есть такая функция, ну и не только у нас, игра со зрителями. Ребят, если хотите, присоединяйтесь, пишите, будем, как говорится, гамать. Чё, маньяк, чё не жмёт, чё он тупит? Не хочет. Может, АФК. Во, у меня... Видимо, он набрал там столько перок, что сейчас нас так порвут. О, Лёха наконец-то забанил первого этого рекламщика. И он уже до двоих забанил. Уже двоих, да, точно. Чё они лезут сюда, блин, задолбали? Не говори, блин, как мухи на мёд, вообще не могу. Точнее, я как... Лёшек, молодец, нарабатывай скилл. Опыт набирай. Набивай, набивай руку, надо, чтобы у тебя была самая быстрая рука на Диком Западе. Самый быстрый бан на Диком Западе. Я еще не слышал, чтобы Лёшика так глашили. Нет, не жалко тебе человека. Саня, я не могу. Лёша, отпиши ему, чтобы она, блин, вообще попала в программе. Капа. Посмотри, Лёша, тут быстрая рука на Диком Западе. У Лёши, блин, девушка, наверное, есть для этого. А то и две. Девушка и жена, и любовь. Даже три. А я ничего не знаю о тебе, Лёшек. А, блядь, и Саня о тебе больше знает, чем я. Не-не-не-не.
Тут чисто мужская солидарность. Или тоже нельзя говорить мужская солидарность, это, наверное, шовинизм, да? Или еще что-нибудь. Нейтральная солидарность. Или этот как? Нейтральная солидарность. Ты должен всегда говорить, о, нейтралитет. Вообще нельзя говорить солидарность, а то вот получи. О, прикольная карта. О, классная карта. Да, как все можно. О, опять этот Фредди. Блин, я подвисла жестко. Отлично. Фредди, сейчас он меня поймает, потому что... Как он задолбал этот Фредди уже? О, вообще висы жесткие. Да иди в жопу, мод. Опять Саша первый. Да он прямо на меня вышел. Я еще думаю, что за фигня. Прямо блин, на меня, я красавчик. Не могу играть, у меня просто жесть. В смысле? Лагает? Вообще ты? Лагает. Он побежал. Ужас. Не, у меня нормально, у меня не лагает. Ой, вообще лагает. Притормаживает. Я говорю, блин, зрителям падает. Быть, потому что с самого утра это говно не идет. Ну прям вообще. Вроде разлагалось, что ли. Ну я, по-моему, тут уже всех собрала, и он меня знает где. Тебя? Нет, он к вам убежал. Он возле меня бегал, со мной бегал, со мной. Ну, вроде бы он ушел. Я просто, блин, не могу, ну... Бля. Вы обе сейчас бежите. Две что клавы, это такое? Куры. Что делать-то, когда это? Давайте хилить, а нельзя же хилить. Не надо меня хилить, я время вам сокращаю. Так, это падла? Походу, где-то рядом. Блядь, он возле меня. Пиздец, он увидел меня, да? О, Саша, слышишь, ты где? Да хрен ему поймёшь. Саша, разбуди меня. Тык-тык пальцем. Да по макушке ей дай. Ну вот так. Нормально. Да что за... Как это говорится? Дай-дай, майдарный, дай, как а что тут какая-то херня стоит круглая? Я на неё часы, я на неё ничего сделать не могу. Я не знаю. Поднимите Аню. А нет, это Сёма, Сёма, поднимите. О, Найс, у меня залагало, когда я на куке. Не, у меня вроде отлагало, но я как бы просто тупо хожу по кругу. Ну, странно, как это работает. И потом сам мыльно становится, нет? Пошли, пошли, пошли. Он к вам побежал. Он сначала ко мне матан... пошел. Бляха-муха, я прям возле него вышла. Я не знаю, он меня заметил, нет? Блин. Лицо к лицу, блин. Он меня в этом кусте увидел. Это же вообще куст убийц. Да, конечно. И он видит, да? Да. Вот он сейчас побежал. Да ёб твою, чтоб тебе жилось богато. Как делать по 2-3 раза эти проверки? Вот мудачилы. Как ты бежишь криво вообще? Ты чё на ускорении не бегаешь? На ускорении? Ты где? Ты еле бежишь. А это такое ускорение у меня. Между прочим, это такое ускорение у человека. Господи, кто так задышал в микрофон? Я как рванула. Да это я дышу. У меня микрофон присутствует. Да ты рофлишь, у тебя что, блядь? Зрение нахуй плюс 100? А он меня через камень, через куст увидел. Снимай, Саша, быстрее. Да, подожди быстрее. Подожди, пока он его нес, а теперь уже поздно снимать. Бляха-муха, он прямо с земли выпал в пол! Да за тебя скажу. А, жопа они. Ну что я могу сказать, ищите люк. Хотя люк еще не появился, кстати. Люк да, появится в этот раз только уже, когда всех перебьют. Он кого-то палит, он кого-то палит. Сейчас кто сейчас лечится, вот туда он туда. А нет, все, он не видит, не видит. Он ушел в английском. Он возле меня, интерит. Не, а меня он сейчас не может видеть, потому что у меня это... Я еще не сплю. Да как так? Почему он вылазит отсюда? Я не пойму. В общем, ладно, тут, в принципе, втянуть смысла нет. Да, тут тянуть смысла вообще нет. Да это бред какой-то. Он, короче, я начинаю чинить, а он уже там. Ага. Он из-под земли вылазит из какого-то дерьмеца. Да тут... Тут никогда в жизни ничего не найдешь вообще. Да не то, что не найдешь, просто тут этот маньяк, походу. Пипец, смотри, вон он ходит. Ёб, что депс-то.
Он вообще не теряет, вообще. Да, как минимум. Ох, что-то хотела подобрать. Его бахнули просто. Он раньше был слабенький, маньяк вот этот. А теперь он стал жесткий. А тут какой вообще не жесткий? Какой не жесткий, да? Если он бежит за мной, то нет? Бляха, муха. Кого я говорю, тут крайнюю жопу сделали. Ничего не... Это надо как-то надергать камеры. Ну, он меня сейчас видит. Да, видит, видит. До сих пор видит. Он к тебе и побежал. Он к тебе и побежал. Только... До сих пор видит, по ходу дела, да? Да, да, он уже бежит. Наверное, прыгай, Аня. Попробуй 4 раза прокататься, тут без вариантов. Если он сейчас дядь меня порвет, то вот уже все. Найс. Я сорвалась, ребята, с крюка. Да три, красава. Сработал 4% шанс, да? Ну, видимо. Вообще жесть, повезло. Вообще в шоке все пребываем. Оп. Нет, что-то как-то мы в эту игру, как если будем крабить, блин. Не знаю, я сразу сказал, что я лучше посмотрел бы. Это не мое вообще. Это не мое, я точно ее как бы... Он очень слишком быстро ходит. Ваня, люк тиши. Я пытаюсь. Аня, ты сейчас заснешь, ищи этот столик, где проснуться можно. Он тебя скоро увидит. Господи, боже, блядь, что тут? Я вообще, я сама себя-то найти не могу. Какой столик? А, ну все, тебе хана. Ты заснула. Я думала, люк. Нет, не люк. Это сундук. А, хотя да, кстати, он же тебя видит, что я делаю. Может, трюк убежишь как-нибудь? Как-нибудь. Да не, тут уже трюк. Да, маньяк чисто уже, наверное, так играется. А, он даже и люк нашел уже. Да? Да, ну, ну вот это то, что тебя закрыло эту фигню, это скорее всего значит, он и люк нашел. То есть, а подожди, Дедля, а люки также респаются по определенным местам, или они совсем рандомно респаются? Нет, там есть точки респа люков, но это надо вспоминать их. А, ну так вот тебе весь и прикол. Скорее да, конечно. Всего, прошаренный, он сразу просек, где люк, пропалил его, и вот сейчас тупо, блин, это... Что, вы еще живы? Да, ну смотри, еще... челики, у которых по 2-3 тысячи часов ДПД, они запоминают расположение просто люков, а расположение тотемов всех на картах запоминают. Не понял сразу. Так вы же говорили, что они рандомны. Ну, вот так. Они не рандомны, они там респы, да, всего там на карточке, на карте там 5 или 6. Ой, сильное эхо такое же. Расположение этих, как тотемов. Вот. Типа их. Смотришь карту, и можно запомнить, типа, где они все расположены, нужно просто это все выучить. Типа, вот все карты, как есть. Эхо сильное, вообще невозможно. Ты угадай, кто сейчас базарит и у кого эхо пробивает. Всего, короче, выучиваешь. Да, но только эхо отдает у тебя. Ну почему это у меня? Ну, вот ты давай, базаришь. Ты... А давай проверим, ну-ка замуться. Ну сейчас. Ты, кстати, между прочим, тоже когда замутил, у нас эхо не было, между прочим. Давай проверим, сейчас, проверим. Сейчас я вырублю. Так, ну что, Саша выключил? Угу. Да, это у него эхо, видите? А вот видите на меня постоянно. А в прошлый раз он так же сделал, было от тебя. Потом, да нет, так это же у него там, блин, в смысле у меня, от тебя, от меня. Мне-то нормально все с этим. Вроде никто обычно не жалуется, что у меня эхо. Ох, хрен его знает. В прошлый раз отключалось, получается, твой микрофон, и тоже не было. Не, не, это у Саши. Он даже когда видосики включает, то мы слышим обычно, что он, какие видосики он смотрит. Всегда же слышно было. Вот когда я видосики смотрю, никто не слышит, какие видосики я смотрю.
Так, что у нас сегодня по времени, по времени? Вообще я хочу, наверное... Ну что, каточку надо последнюю, закругляемся на сегодня. Бам-бам-бам-бам. А вот он. Сань что-то замутился и пропал. У меня тоже такое эхо было раньше. Я, короче, это, в микшере. А в микшере меняла. Да, нажали. И чё, а у кого эхо? У тебя. Ну, значит, у меня эхо. Только самое прикольное, что когда мы тебя мутили, тоже у тебя эхо было. Между... Точнее, у нас эхо не было. Ну, как бы я такое чувствую, что я как бы слышу от Дедли. Угу. Скорее всего, у нас это когда полная непереносимость. Так, смотри, ты меня слышишь, знаешь где? Ты меня слышишь сейчас уже, Саша. Ну, в смысле ты меня... Да, прямо в смысле. Типа эхо отдает от тебя. Скорее всего, блин, он у меня полная непереносимость тебя, поэтому, как говорится, я вот да так нет, вот... Да нет, Саша, серьезно, вот только что вот ты за мной включил звук, и меня было не слышно. И чё? А до этого ты вырубала звук, и у нас эхо не было. И что? Так, а или, наверное, это просто... Кто-то не залетел. Я говорю, полная непереносимость моего оборудования, Дэдли, поэтому так это и вылетает. Точнее, она... Сейчас я пересоберу. Он зашел. Надо пересобирать, лучше она это пересоберет. Выходим, выходим, я прослушала все. Угу, угу. Да. Блин, я что-то подтупливаю. Блин, да унылый это... Ну все, все, Сань, последняя каточка, ребят. А кто пришел? Ребят, девчат. О, Лёша, здорово! Давайте Семён на нас поохотится, тогда эту последнюю карточку, то вы там вообще сгорите все. Ну давай, давай. Ты прав, Лёша. Давайте фановую. Мы уже горим, я бы сказала. Нас кидает против топовых маньяков. Расчухал всё. Ну, вообще-то там кто-то 50-й, и тут баланса нет, да? Понятно, почему кидает против топовых. Я просто только что статьи дописал. Лёх, не туда зашёл. Лёшка, я тебя поздравляю, давай, молодец. Блядь. Я просто думал эту награду забрать, блядь. Не туда зашёл, гайз. Но... Давайте, залетайте. Во, мне ежедневную награду дали что-то на Фиору. Дали Фиору какую-то. Ну, Фиору. А кто четвертый у нас не залетел? Так, подожди. А, ну я понял, кто. Дедли. Что ты тормозишь? Нет, я есть тут. Смысле, подожди, ты... а может должно пятеро быть. Да, опять кто-то не пришел. Бля, я не в ту игру зашел. А, Леха, ну да, у него игра не прогрузилась. Кто вышел только что? Я. Мысли. Да? Что-то думаю, посплю. Да, все спокойно сейчас. Все нет, будут ты же не вышел, я тебя вижу. Боже ты. А, там Брагус просто зашел на маньяка, я думаю, куда он делся. Я Семен просто попущенный, да, все правильно. Че, какую карту возьмем? Давайте какую не брали. Кусок пазла какая-то, что ли? Надо взять, дай твою. Че и навыки брать. О, ребят. Что там еще третий заходил, да? С рекламкой. Не, вроде только два было. Леха, не? Леха уже просто. Да, я уже его побанил, ёптать. Ну я и говорю, вот третий уже заходил. Вообще жесть. Вообще. О, ну что, мы поехали, нет? Кого ждем, меня? Да сейчас поедем, подождите. А отношения, это... давай, давайте возьмем блестящие монеты или что там. А какая страница, Аня? Да я не знаю, какую брать, я просто спрашиваю. Лёха, ты дошёл, дошёл? Да захожу, захожу. О, там эхо у всех, короче. Да ебать, я себя услышал. Блин, можно попробовать сделать, я, конечно, сейчас попробую так. Ну, сейчас, подожди секунду. Так. Алло. Только что не было их. Да ты, блядь, вообще сливни, то же самое будет. Вот вырубись. Ну чё нет? Вырубись, сейчас да посмотрим. Нет. Чё да нет? Давай. Нет, у меня нормально.
У тебя нормально, я да. Я быть не может, у меня же этот микрофон, типа, встроенный на... Кидайте инвайт, инфайт. У вас тут файт происходит на протяжении всего стрима. А может это быть не может из-за меня? Ой, господи, я не могу, я сейчас просто кони сдвину. Ребята, блин, мне надо спать через 10 минут уже, давайте играть, хватит реветь. Я не подключен, потому что они у меня сломались. Дедли, все, камон, everybody. Все, все. Everybody, камон. Все, закончили. Да, что, карта, сейчас посмотрим. Какую мы не брали? Банка Вига с золотистыми зубами. Губами, вернее. Это не то, это не карта вообще. Да, где карту тут выбирать? Как ее? Вот отношения? Короче, мемориальный институт Мэри сейчас пойдем. А, подожди, мемориальный институт Лэри, это же, по-моему, закончена карта. Ну ладно, пофиг. Ну, если кончена карта, пофиг. Не пофиг. Да не, мне все равно потратить надо, так что будем играть, на чем есть. Ну не знаю, я банку, не знаю, сам. А, стойте, я забыла, что это фановая катка. Блин. Да я сейчас перки поставлю. Возьмите перк, кстати, шкафчик. А, называется «Внутренняя сила» на первой странице. Он очень крутой. Я уже пробовала, но им. Аня, ты потом спать? Да, пойду спатеньки уже, все. Ты чё, Алька? Понятно, у тебя там и время уже, и завтра еще на работу, поэтому... Да, завтра, наверное, будет наша любимая кабала, где мы просто отдохнем. Да, не говори, расслабься. Это мы не про работу, это мы про игру, если чё. Да. Игра, что работа называется, кабала. Ну, расслабиться там не получится, там гриндить надо. Или спецтренировки. Но это все равно намного интереснее, легче и приятнее, чем вот это унылое счастье. Под названием ДБД. Короче, смотрите, в чем прикол. Стрим можно разбить на несколько частей. Да. Первая, где Саня воюет с Дэдли. Вторая, где Аня кого-то блочит постоянно. А третья, где Семен дохнет. Первый, несколько раз подряд. Четвертая — это война за эхо, у кого. Так, и пятая, что-то... И пятую хотел сказать первой, но потом начал другие говорить, забыл, что было на пятой, короче. И Саня, который рассказывает, что игра не стоит своих денег, и вообще он... Ой, я же записалась просто. Сорян, ребята. А так ничего в принципе не происходит нового. Да, за час успели. Лёшек, блин, ну займись, раздели эти видео и поп. Ага. Нарезочки тупо по пунктам. Сделай нарезочки на YouTube. Да я этим же не занимаюсь. Ну давай начнешь заниматься, будем делать общий семейный бизнес. Да, я вот этим еще бы не занимался, да. Нам даже есть чем заплатить 10 рубасиков, если сразу не взяла. Мы заберем 10 рублей из нашего мощного. Ой, блин, я так никого у меня. И там вообще баранка будет. У меня пресс уже вообще не пробиваемый. И здоровье, наверное, до 150 буду жить. Господи, до слез рыву вообще. Ой, господи, боже мой. Ой, да. Ой, мне игра зависла, я не могу играть. Ой, у меня депрессия просто началась. Главное, чтобы Дэдли обратно первой не легла. Ай, блин, я зависла вообще. Теперь ты, Лена, ты же знаешь. Я же знаю. Мы сейчас посмотрим. Ну ты же раненый, Саш, ну логично же, кто ляжет первый. Я сейчас вообще где-нибудь заныкаюсь и до конца игры буду там сидеть, и что тогда ты скажешь? Я сейчас так ржала, просто остановиться не могла. Я так и думал. Ой, Саня. Иди нахрен, иди ползи в другой сторону. Я говорила, что... А что, я еще не лег, не надо ля-ля, я еще не лег. А все, это считается. В смысле считается? Слышь, у меня еще не... Ой, ну это имелось в виду, что... Чуть-чуть не считается. Кто первый на это? На крюк и чё? Ты пока крысишь меня где-то... Меня не касается. Я, блин, видел, этот гелик пытался зарядить. Я ещё... Да Семён! Ну ты шо, дурачок?
Сёма, Сёмочка, Семён. Блин. Ага. Да снимите уже с Саню! А не, нормально, я пока повешу. Я... В смысле повесишь? Потом повесишь, Сань. Потом повешу, да? Спасибо, не знаю, как одна из этих, кто был. Да это я тебя. Это твой любимчик. Из этих Кладет. Кладет? Шмадетта? Так, а смысл тотемы вообще чистить? Я так понимаю, вообще нет никакого смысла. Хз. Вот сейчас какая-то из клуш подошла, это кто? Это Сёма. А, Сёма и Здрасте. Здрасте. Это был не я, Сёма. Это Саня, о, Саня. Твою мать! Ой, ёпарный бабай, чуть сердце не остановилось. О, господи, боже мой. Ой, кошмар какой, я опять описалась, ёб твою мать. Это пиздец какой-то. Да пошла ж ты нахер, а. Надо в туалет ходить. Иди в задницу. Саня. А, я откуда знал, что, блин, он на мою сторону. У меня рука в эпилепсии дёрнулась. Саня увидел. Ты, Семён, кстати, уже можешь топоры перекидывать через ограждение маленькие, если ты выше ростом, если чё. Ну, блин, вообще, Люха, топоры ты молодец. Надо набирать вообще из этих, из шкафчиков, а не да, в шкафчиках. Да, я взял. Сёма меня, как это, сохранил, решил мне вешать. Ты вообще танец. Молодец. Точно. Господи, меня как боже это... боже мой. Давай, нет, этот... не пошутил. Мастер, он меня, этот, решил, лапай повесить. Меня, лапай. Я уже спешал. Чини, чини меня, чини. Коллегу. Ползли. Далеко ползли, а он к вам. Большое побежал. Благодарствую. Ой, куда ты? Далеко сидим, высоко глядим. Точнее, в данном случае мы лежали, но ничего. Да я никуда, я просто выкачу. Просто слышу эту чинилку этого двигателя. И понимаешь, что это Саня. Ну, налево. Не беги, мамой, не беги. Сань. А, я так и понял, что мне тут. Саня, туннель от того. А, понимай. Саня, это ты в окне полчаса смотрела, то вправо, то влево. Надо ходить быстрее просто. Да, Сань, попасть не можно. Тут нет смысла, типа, смотреть по сторонам, просто идешь. Вот тут это, кто-то едет. Из окошка это я смотрела? Да, ну, я и говорю, сразу просто спидишь. Сань. Привет, привет, патруль, привет, привет. А, я думала, я разобьюсь, если честно. Не, не, тут... Вот что я стояла, я думаю, что же я стояла-то? С любой стороны можно. Как говно скользкий, попасть не можешь, да? Саня скользкий, как удав. Да пис... Оно все летит в этот камень. Короче, Сань. Ну все, беги дальше, там он кто-то бегает. Не поднимай меня, не поднимай. Это топоров нет. Сань, ну сейчас не отпущу, сори. Не, ну ладно. Так и быть, так и быть. Мы с тобой вместе играем в игру, правильно? Пойдет, пойдет. Это уже ну совсем поддавался долго. Долго поддавался, конечно, сколько мог. О, нет, о, а нет. Ты умираешь сейчас, Сань? Ну, второй раз. Так, я не кем, но то я пробил, жмякой. Топоры беру, правильно? Правильно, правильно. Не, ну так нечестно, мог закемперить, меня забрали бы. Я вон заберу сейчас сладкого. Хитрый ты, да, Сёма, глаза? Ах ты, блядь. Ты не смотри на меня, ворына. Бля, бля. Тикай, тикай. Подало. Так. И не попал. Это в кого? Куда? Ну,
все самое веселье у нас здесь. Меня сейчас если найдет еще и все. Я хочу попасть хотя бы разок. Да как? Какую-то дощечку, блядь, попал. Направо, направо. Ой, подождите, меня зафризило. Бля, почему вы мне раньше не сказали про этот скилл, когда типа в шкафчик садишься? А чё скилл дает? Ну типа лечишься, когда в шкафчик. Полностью. Если ты снял кого-то с крюка, садишься в шкафчик и в течение 8 секунд ты выхилился. Ну, либо тотем, дай... либо тотем. Наконец-то. Здравствуйте. А за кого он? Это кого надо качать? ХБЗ, тут уже сами висел. Тут вакантное место. Да, да, да. Освобожденное. Только для вас. Все для вас, лишь бы вы улыбались. Я, короче, на один крюк. И радовали жизни. Не, ну на один крюк это совсем не надо. Да нет. Ты там далеко будешь, но ты не донесешь просто. Топоров много. Саня, Саня, ну совсем вообще. Ну не говори. Не, можно, конечно, было бы... Пусть лошадь живая. Как это дать повисеть? Ну, я человек такой незлопамятный. Я зло записываю. Вот это топором. Здравствуйте. Я скажу, просто ты еще есть. Да, Сёма, ты мимо меня 16 раз надо пробежал. Нормально, топоры. Вместе с Саней. А как? Я могу сбросить? Ну, вообще, да, на R, если что. Где-то еще один. О, Лёшик, беги! Он за тобой бежит! Лёшик! Лёшик, беги! Ну ты и так это видишь по стуку молотков, да, за спиной? Это не я. А, это Дедли был? Ползи! Ползи, Дедли! Нет, он возвращается, не уползёшь. Нехер тебе, не ползи. Он пробежал. Ага, да. Высоко сижу, далеко гляжу, не увидишь. А, я понял, Сань. Эй, я пошутил. Я иду, повыше иду, Сань. Сёмыч, нельзя быть таким доверчивым. Так я сейчас с окна спрыгну. Да смоли, дайте убежать. Что тут мой шкафчик лекался? Че смеешься, тварыда? Да блять, думал за мансю, ёб. Я вижу, там кто-то мансит. Вот здесь вот. Здравствуйте. А, ты перк брал. Здравствуйте. Сань, здравствуйте. Сань. Очень приятно, Сань. Оп, стоп, стоп, я туда не хочу. Какой раз висишь? Последний. Он тебя скинет, как бы. Поиграем. Пнулый. Ну, здорово. Как ты меня увидел с чара? Аня, красава, пока я, блин, все торговали. Аня тут тупо взяла. Так. Дядя, ты хочешь ползти в направлении? А уже? Где этот, что ли, ты поставил? Зомби сестре или чё? Нет. У меня аптечка была. Ебать, таки дог. Я Сене говорю, типа, как он видел, что я там хиляю. А я не знаю, я что-то взял. А чё так? Просто есть перк, который подсвечивает, типа, кто хиляется. А чё у вас так много тут прибежало, ребята? На другие не думали, он сейчас... Эй, что это за топор был в моём направлении? Я перед носом, я буквально поворачиваюсь, такой топор, шух! Ага. Ай, жесть. Че, Семён потерял меня? Пирожок, ты ушел? Да. Спасибо, Семыч. Пирожок, ты натуральный друг, как говорится. Ты это, настоящий друг, не дал никому погибнуть. Да, красавчик вообще, меня очень рад не нашел. Победила дружба, да. Так Аня по-тихому все гелики врубила, пока нас тут месили на крюки вешали. Ну что, давайте еще я сыграю и хорошая. Не, ребят, я все. А, ты все? Да, ребят, хорошей вам игры. Не кашляйте.
Ну, это тоже хуй поем, да, начнем делать. Отсыпайся, завтра еще погамаем. Да. Я тоже, конечно, поесть хочу. До завтра, до завтрашнего стримчика. Давай. Счастливо, пока-пока. Давайте. Лёха, а ты?